В соответствии с уставом Иркутской области, губернатор Иркутской области считается вступившим в должность с момента принесения присяги. Прошу внести Конституцию Российской Федерации и Устав Иркутской области. Приглашаю вас, Игорь Иванович, для принесения присяги. Вступая в должность губернатора Иркутской области, клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора Иркутской области, защищать интересы населения Иркутской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Иркутской области. Кобзев Игорь Иванович официально вступил в должность губернатора Иркутской области. От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас, Игорь Иванович. Спасибо. С этим знаменательным и торжественным событием в вашей жизни.